Друзья, рад вас приветствовать на своем канале. Нахожусь в городе Якутске, в Ямаха-центре. И присмотрел себе вот такую штуку. Иду за кредитом. Видетрак LX. Действует на них распродажа. Он сейчас стоит 570, а вообще 700 тысяч стоил. Короче, техника, огонь. Не знаю, кто-нибудь пользовался, не пользовался. Нет, ну, вот этот надо брать. У меня в детстве я всем завидовал, у кого такие были. Ну, только более, конечно, интересные. Да, вот сейчас такая вот игрушка будет. Это, конечно, если сильно повезет. Если все-таки дадут кредит. Ну, у меня никаких этих задолженностей нету, вроде ничего нету. Я думаю, дадут. Пожелайте мне удачи. Ну, вот такой, если все одобрят, будет вот такой вот смехот. Блин, если честно, мне очень нравится. Ну, как бы новый, большой и утилитарник. Да, ждем, одобрят, не одобрят. А, вот этот вот тюк? Да, тюк. Вот этот тюк? Тюк. А в нем прекрасный, хороший ваш Polaris. Обалдеть. Да. С ума сойти. А этот тюк, он... Кстати, вот это вот каркас этот, ага. В принципе, можно потом куда-нибудь примостачить. То есть, а, ну, да, у него, конечно. Да, подъемность... Металлический каркас идет в подарок, да? Ну, это как бы нет, это не в подарок, это как бы с ним прилагается. А, то есть, да. Это его транспортировочный. О, нифига. Так. О, так он еще на застежке? Да, я говорю, вот, если мы ее просто вскроем, вот сейчас такое, знаете, при... Ну-ну-ну. Вакуумировался, грубо говоря. И вот это вот железо идет это вместе с ним. Да, вместе с ним идет. Ой-ой-ой. Ничего себе. С 14 года он не продался, да, бедолага? Спасибо. Так. Ну вот. Видите, дорога не очень у нас в Нюрбе. Обалденно. Ну вот и все. Загрузили, взяли. Короче, у него погоняло ведро. У этого снегохода. Нами, да? Нет, ну да. Видишь? Ведертрак. Короче, ведро. Все, купили. Чувства классные. Я думаю, все будет нормально. Расплачусь я с этим кредитом. Один раз живем. Нормально. Зимой будет зимний контент. Обалденно. Друзья, до скорых встреч. Увидимся. Будьте всегда здоровы. Теперь я со снегоходом.